Сегодня утром на самой высокой точке Брестского грибного канала, а именно в Судейской башне, состоялось выступление камерного оркестра Брестской областной филармонии под руководством дирижера Вячеслава Прилепина. Так высоко наш знаменитый оркестр еще не играл. Это событие особое, ведь концерт организован в поддержку белорусских олимпийцев в Токио. Звучавшие сегодня композиции от классики до попурри, из песен легендарной группы Beatles, исполненные на воздухе и высоте, во всех смыслах совершенно точно вызывают бурю эмоций. Хотелось бы, чтобы, увидев и услышав эту красивую музыку, наши спортсмены почувствовали поддержку даже на расстоянии тысяч километров. К сожалению, наши гребцы будут сражаться за золото без зрителей и болельщиков непосредственно на трибунах Токио. Но это не умаляет преданности и всей поддержки, которую белорусы хотели бы передать нашим спортсменам в Японию. Наши гребцы, олимпийцы, безусловно, одни из лучших, поэтому на протяжении их пребывания в Токио Брест будет держать за них кулачки и ждать на родине обязательно с победой. Мы будем максимально их поддерживать в сетях, присылать им огромные приветы, слова поддержки. Будем болеть, будем как можно больше давать информации о том, что происходит на Олимпиаде, как выступают наши ребята. Для этого мы будем проводить такие вот мероприятия. Завтра в 14:00 открытие Олимпиады. 24 числа уже начинают выступать наши гребцы академической гребли. За ними 26-го уже уедут национальная сборная по байдарке. Мы тоже будем анонсировать, мы будем рассказывать, мы будем проводить мероприятия, чтобы вы жили вместе с нами, болели за наших ребят.